Полтора метра в высоту и почти 17 метров в длину у входа в парк имени Гагарин установили буквенную инсталляцию «Самара-2018». Этот символ напоминает горожанам, что до грандиозного футбольного события осталось уже меньше года. За оставшееся время мы должны город привести в порядок. Я думаю, буквально за следующие несколько месяцев город преобразится уже в окончательном виде. Мы его увидим во всей красе. И задача администрации города и жителей города постараться с достоинством встретить чемпионат. Любители футбола на открытии смогли выиграть призы, проявляя свои игровые таланты и техническое мастерство. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и символические 18 раз. Также болельщики соревновались в футбольных знаниях. Больше всех правильных ответов об истории игры знал, конечно же, ветеран клуба «Крылья Советов» Валерьян Панфилов. Часы идут, не бегут, а годы летят. Вот здесь у меня уже очень много лет пролетело, но хочется, чтобы как можно быстрее наступил вот этот июнь 2018 года. На стадионе «Самара-Арена» в июне-июле следующего года пройдет 6 матчей чемпионата мира, включая третью групповую встречу сборной России, а также игры 1-8 и четвертьфинала. А пока в футбольном товарищеском матче свои силы проверяли команды городской администрации и журналистов. Команда журналистов голов забила больше, но победителям записали, конечно же, дружбу. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События.